Господи, что с людьми творить Лос-Анджелес? Я зорка, Маргарита Лёдшут. Такая же розовая, как и все остальные зорки в Голливуде. Только. Привитание, Лос-Анджелес. Нашли райское место. Да я еще не райск. Подпёсываешь, профессор, это райское место. Дамы и господа, мы находимся на улице Родео у Беверли-Хиллса, где снимался фильм «Красотка». Сейчас будет кадр из «Красотки». Вот сейчас эта улица выглядит вот так. Типа я красотка. Pretty woman, тра-та-ти-да-та, pretty woman. Вот он. Смотрите-ка, что написано. Смотрите-ка, кто это нарисован. Узнаете, кто это? А вот это? А вот это кто узнаете с гулечкой, а? Паук. Напишите в комментариях, узнали ли вы всех этих людей, которые нарисованы на муральчике. Вот он какой. Муральчик-то. Красивый. Вот все белорусики. Это все нарисовала Катя Иванова, которая делала мне вот эту баечку. Накидайте лайкосов, напишите нам в комментариях. Ну круто же, правда? Офигенно. Белорусы, вы вообще самые крутые. I love you! Это класс по вышиванкам. Значит, мы берем пятницу, большую часть. Берем нашу подкладку. Вставляем ее на пятницу. Она прям потом реально растворится. Она потом растворится, да. Царство ниток. Да. Что? И нажимай на красную кнопочку. Вот на эту? Да. Запускай. Поехали. И я буду ее носить и вспоминать Катю. И я не забуду. Мы на Аллее Славы нашли звездочку. Одной звездочки. Вот здесь будет написано Маргарита Левчук. Вот так вот выглядит Аллея Славы. Вот, посмотрите. И парадок. Посмотрите, какой асфальт в Лос-Анджелесе. Ну посмотрите, ну разве это Аллея Славы? Господи, у нас на Минске на площади Ленина. Знаете, какой асфальт красивый? Не то, что у них тут. Интересно, сколько стоит место на этом кладбище? Шакира. Шакира, Шакира. Мария Каллас. Ух ты, сколько зорок тут, ага. О, Red Hot Chili Peppers. Dream of Californication. Господи, что с людьми творить Лос-Анджелес? Я зорка, Маргарита Лёдшут. Такая же розовая, как и все остальные зорки в Голливуде. Хотите по мне? Дженнифер Лопес. Я ее на самом деле очень уважаю, обожаю. Она вообще крутая. Знаете почему? Потому что она всю жизнь занималась собой, вкладывала в себя и пахала как лошадь. Поэтому она сейчас такая 50 красотка. Так что фейс фитнес, спорт, здоровое питание. Еще будет добро. Я хочу выразить
в благодарность нашим организаторам и Лос-Анджелесу за такую прохожесть. Мы с моим концертмейстером Еленой, вот она. Поставьте ей лайк, пожалуйста. Сейчас, если вы смотрите это видео. Мы в шоке, на самом деле, от зала. Какого года эта постройка вообще? Это театр 1900 какого-то начало, там. Начало да. века, да. И просто здесь сохранено все в таком первозданном виде. Вот Карузо пел на лейбл, когда у него был вот эта вот... Собака. Вот эта собака, которая, да, как раз и представляла этот лейбл. Смотрите, вот ангелочек здесь. Смотрите, это гримерка, чтобы вы понимали уровень. Уровень красоты. Это белорусские, а дорогие. Смотрите, мне подарили такую красоту. Спасибо большое. Посмотрите. Смотрите, ну это просто... Я в шоке. Я в шоке, если честно. Представьте, это гримерка. Это гримерка. Мы просто хотим здесь и жить с Леной. В общем, у меня никогда не было такой красоты гримерки и зала. Зал я еще вам покажу. Глядите, вот это наша зала на сегодняшний концерт. Божечки, это нечто невероятное. Глядите, зараз вам покажу, а я вам сейчас покажу тайную вечеря. Вот какая она должна быть. Видите, Мэрилин Монро. Чарли Чаплин. Ну вот это тайная вечеря, я понимаю. А еще у нас есть старенький рояльчик, которому 150 миллионов лет. И открывается вот так вот крышечка на дополнительные клавиши. Это очень мимими. Очень дорого в содержании, Зорка. Витаю Сиэтл! Поважаемые сябры, за мною заставка сериала Twin Peaks. Давай, клей! Сделай это! Отведали вы, что в Сиэтле есть первый Starbucks. И вот, глядите, какая шарга туда. Я не люблю кофе, там знаю. Выход Куклачева. Оба! В главных ролях Мурзик американец. Давай себе, Мурзик. Хлёшь, не хочешь хлёб. О, ты бачишь. Добро, ну? Давай, не неси. На пол. Ой, молодчинка какие. Аплодисменты. Растет народная тропа. Витаю Миннеаполис! Пройдемте по почивальню. Это уже не запрягали там резать колбасу. Там веночки. Я вельми хочу, чтобы вы спилили веночки, потому что я сбирал кветки сегодня с 5 раницы, и они мают гаючую силу и вогули магичную силу. Ну круто, все.
Идем. Все. Я зарабила себе венок. Я считаю, очень красиво. Я считаю. Молоко. И треба довести до кипения. И мы в первую чергу повинны его размешивать. То есть каждый повинен нам помогать его размешивать. Вот мы становимся. Вот по чарзе. Каждый повинен помешать это. Вот три раза. И загадать свое ожидание. Вот чтобы Бог Купало вам принес в этом годе что-то. Да? Сподобалась мені твоя дівчинонька, сподобалась мені твоя дівчинонька. Тані Остін. Ну, здравствуй, Техас! Чуєте? Ага. Ми приїхали куди? Ми приїхали стріляти, як настоящі техасські ковбої. Вибираємо очечі. Вибираємо наушнички. Ну, ось себе танцем. Все, благословіться. Я себе благословляю наушниками і йду. Я покажу на куражку. Батя покажет, как надо. Сейчас будем тренировать, ну не тренировать, пробовать делать по стандартный дрил. Стреляют обычно не по одному выстрелу, а делают по два сразу. То есть ваша задача сейчас будет делать 2-2, 2-2, 2-2, 2-2. Если придется когда-нибудь использовать, то именно так стреляют в человека. Двойками. Так ну, стреляют, зомби, именно зомби. Так стреляют в борт. Не у человека. Обалдеть, Маргоша, ты бачишь, какая ты мерзкая? Лукашенко могу в голову попасть. Маргоша, ты дома? Ну, по трамочку. Это молодец. Бифа чилала. На еду техасскую супец. На техасскую еду. Особливо в Эфиопии, это самая техасская. Класс. Красиво. Сегодня у нас седьмой концерт. Я вот так вообще. Настрой нормальный. Трошечки стомились, конечно, потому что треба переезжать. Видишь? Когда выходишь на сцену для своих родных белорусов, то здесь ты же находишь силы спевать, не ведаете. Я думаю, что белорусы так подзаряжают нас. Привет, Аня, Чикаго! На лавочке в Чикаго, на лавочке на той, на которой сидел Сергей Бодров в фильме «Брат 2». Тут еще интересная особенность этого города, Чикаго, то, что в день Патрика окрашивают воду в зеленый цвет. Смотрите, сейчас она такая типа не зелененькая. Вообще она очень зеленая. Сейчас вставочку сделаем, вам покажем. Мы находимся в Чикаго. Посмотрите, за мной такой классный фонтан с изображением лиц, людей, которые живут здесь, в Чикаго. И дети плескаются и ждут, пока вот эти лица откроют свои рты, и оттуда польется струя воды. И вот, смотрите, они все ждут, бегают то сюда, то туда. А изображение дурит всех, и то приоткрывает рот, то закрывает, а когда она прям откроет вот так вот широко рот, оттуда польется вода. Вот и мы дочекались.
ведаете, что я увогуле не вельми люблю алкоголь. И пью так нормально только раз в год. Это день смерти моего деда. Это такая у меня традиция. Але ж, вось, коли ты знаходишься вось в таким месте, это виноградник, это озеро, и ты приезжаешь у гости на винарню до людей, которые робят вось вино с этого винограду. Тому хочется почастоваться. Вось. Да. Мы приехали в храм всех религий. Пойдем сейчас замаливать грехи. Смотрите, тут прям все символы. Зорка Давида. И наша белорусская зорка. Сержик дома же. Приехала тут в Америку на озеро Мичиган. Заказала себе музыканта. На пляжу прям стоит и играет. Лично мне. Я тебя заказала. Сан-Франциско. Какой орол дикий. Здравствуйте. Белые акулы здесь водятся, а люди все равно плавают. Мне подобается, так прикольненько. Но знаете что? Вот через минуту может быть холодно, через минуту может быть жарко. Вот такая вот погода. И таскайте с собой вот эти куртки, блин, кофты. Вот то ли дело у нас в Беларуси. Вот осень — это осень, лето — это лето. Вышел в пуховике, значит лето. Как сейчас выходили. Я знаю, мне передали там, что у вас в Беларуси холодно. Останусь в Америке. Мне тут нравится. Мама, меня по телевизору показывают. Вау, я сейчас буду видеть то, что не видите вы вооруженным глазом. Вот здесь вот вы ничего не видите? Вообще ничего нет. А я в очках сейчас вижу просто нечто. Мне просто реально хочется плакать от того, что ты видишь вот эту вот всю прихожусь. А еще это сопровождается такой музыкой. Ну, ты просто попадаешь как будто бы вообще в нереальный мир просто. Вот тут корабль, здесь огромный дракон, здесь скалы. То есть это просто нечто. Жаль, что вам нельзя показать эту всю красоту. Я в восторге. Сан-Франциско, I love you! Это как в фильмах каких-то про Бэтмена или про Человека-паука. Обалденно. If you are going to San-Francisco. Привитание, мы в Сан-Франциско. Это город в стиле диско, как бачите. На Чили, на расслабоне. Вот так проходит гастроли. Русалочка. Девочка. А ты кто? Да, все треба казать. Ребят, у нас вот велосипедный тур у Сан-Франциско. Ну тут такие ветерок, конечно, тьме нормальные. Их тут так много, наверное. Сейчас попробуем. Шпацир, роварный шпацир. Покараем Golden Gate Bridge. Господа, за моей спиной знаменитая тюрьма Алькатрас. Помните фильм «Скала»? Вот съемки проходили вот здесь вот. Лукашенко, Валькатрас, Лукашенко, Валькатрас, Лукашенко, Валькатрас, ас-ас-ас-ас. Хочу передать привитание Губопику из Америки. И хочу вам сказать, дороженечки, я, что жизнь долгая, и память у меня не короткая.
До своего логического завершения, так скажем, мой трип по Америке. Goodbye, America, go America. Что хочу сказать? Дякую всем, кто имел дочинение до моего турне по Америке. Это было просто невероятно. Это было круто. Я на самом деле расскажу и буду плакать. Классно. Ну просто не хочу улетать. Тут круто. Прям просто невероятные эмоции. От Америки, от белорусов, от встречи с вами, от концертов. Дякую вам всем велики. Я вас всех люблю. Поставьте лайк мне заплаканный с красным загоревшим носом. Америка, жди. Я вернусь. I'll be back. Только. На самом деле, дорогие друзья, я работаю на улице в Лос-Анджелесе, жарю еду. Азаронку пришлите, пожалуйста, куда надо. Это покаятельное видео.